Идея пришла очень просто. На лето я начала искать лагеря для детей и не нашла ничего похожего на наши детские лагеря, то, что было в нашем детстве. И сразу вспомнилась Зорница, и я решила провести подобную игру, но решила провести игру «Найди клад», так как Зорница, она более военная, а здесь у нас более по-простому, по-детскому. Игра получилась, игра удалась, сложных моментов вообще не ожидалось. Очень обрадовало то, что игра была нацелена на разные возрастные группы, что было хорошо и большим, и маленьким. В плане того, что было сложно, скажем, мой ребенок по-русски он не особо говорит, но старшие ему помогали. Это очень обрадовало. Твой рюкзак лежит на травке. Самый веселый процесс, думаю, это была последняя финальная игра с родителями. У них оставался последний отрезок карты. И дети должны были выиграть их футбол и после этого забрать карту и уже догадаться, где находится клад. Родители не сдавались, игра получилась очень веселой, забавной. Но дети победили, добро побеждает! What's the kind of play of game today you like better? Is different type of small game? What you prefer today? Which? Am I candy? Candy, of course, but different for playing in the game. Which type of you prefer today? Baseball play. Baseball play. Okay, it's funny. It's different type of food because it's in Russian. It's not difficult for you, no? No? And after that, do it in the future. You watch, play together. У меня было самое лучшее детство. Я таскал абрикосы во дворе по соседям.